Я давно не выкладывала видеоотчеты по вышивке. И сегодня, в преддверии наступающего года дракона, я хотела бы показать мою самую большую гордость в царстве драконов. Это вышивка дракона, подушка дракон. Так называется набор вышивки от фирмы Panna. Этот набор у меня, несмотря на то, что отшит, в подушку не оформлен. Я люблю вышивать подушки, но пока они все у меня хранятся в рулончиках. И я хотела вам показать, как это все выглядит, как мой дракончик готов. Хочу рассказать, как появился у меня этот набор вышивки дракон. Я любила смотреть, продолжаю любить смотреть фото и видео отчеты девочек, которые бывают на выставке «Формула рукоделия». И вот однажды на выставке «Формула рукоделия» была представлена вот эта подушка от фирмы Panna, новиночка. И когда я увидела только этого дракончика первый раз, он мне так понравился. Вот эти сочетания цветов, какой-то необычный сказочный дизайн. И сам дракончик, он какой-то был вот магический. Вот его взгляд такой, знаете, завораживающий. И в то же время он какой-то и добрый, этот дракончик. В общем, мне очень понравился этот дизайн, эта подушечка. И я помню, насмотревшись вот этих премьерных новинок на «Формуле рукоделия», решила приобрести во что бы то ни стало вот этого дракончика. И поискала в интернете, нашла на сайте, где была представлена эта новиночка, и сразу же этот дракончик у меня появился. И отшила его тоже очень быстро. Вероятно, интересно было отшивать шкурку дракона, вот эти все чешуйки прорисовывать ниточками на канве, крылышки, хвостик. Какой-то невероятный все-таки дизайн. Надо же это все придумать, все это с помощью ниток передать на ткани. Невероятно мастерство. Я восхищаюсь дизайнерами Panna. Очередной раз. Я большая фанатка их наборов. Я хочу сказать, что этот видеоотчет я снимала еще летом. В начале лета, 5 июня. И вот только сейчас я собралась в преддверии Нового года, наступающего года дракона. Решила показать, наконец, эту красоту. Спасибо огромное, что посмотрели это видео. Снимала я его летом в сирени и мечтала снять отчет по этой вышивке именно в окружении сирени с дачи. Спасибо еще раз за просмотр. Всем хорошего года дракона. До свидания.